Дети под колесами автомобилей. Практически каждый день мы рассказываем вам о детском травматизме на дорогах. Кто-то из родителей неправильно пристегнул автокресло с малышом или не научил своего ребенка переходить дорогу по пешеходному переходу. Причины этому самые разные, а итог один – страдают дети. Не все наши водители, перевозящие детей, соблюдают правила дорожного движения, соблюдают скоростной режим. В нашем регионе тема детского травматизма на дорогах стоит очень остро. Именно поэтому сотрудники ГИБДД постоянно проводят тренинги с родителями и их детьми. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в рамках проекта «Безопасность дорожного движения» прошла в несколько этапов. Дорогие друзья, Центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма лаборатории безопасности объявляется открытым. Ярким событием было вручение ключей от лаборатории на колесах. Это первый мобильный комплекс в регионе, благодаря которому число пострадавших детей должно сократиться. Эта лаборатория, я думаю, что будет на сегодняшний день нам подспорьем для того, чтобы все-таки прививать навыки безопасности на дорогах наших детей. В зале собрались представители власти, а также маленькие зрители, ради безопасности которых эти проекты были организованы.